достаточно много обращения одесситов о том, что уже надо заканчивать отопительный сезон, но мы дождались существенного это поднятия температуры. С завтрашнего дня в Одессе будет наблюдаться температура воздуха днем не менее 14-15 градусов и в дальнейшем это повышением. То есть суточная температура будет не меньше 8 градусов. Это более чем достаточно, чтобы закончить отопительный сезон. С понедельника 6 числа в Одессе закончится отопительный сезон.